Я очень люблю пить кофе, но на улице очень жарко, сейчас лето. Хочется что-нибудь холодного. И сегодня я расскажу вам, как приготовить кофе со льдом со сгущенным молоком. Этот способ называется вьетнамский. Этот кофе поможет вам охладиться в сильную жару. На самом деле все очень просто. Нужно взять 2 стакана, выложить в них лед. Многие могут сказать, что в нем особенного. Но вьетнамский кофе имеет насыщенный вкус, а в сочетании со сладким дополнением, льдом и традиционным способом приготовления раскроет для вас совершенно новый аромат, потрясающий вкус и неповторимое послевкусие. Залить остывший кофе. Добавить сгущенки. Все очень просто, но поверьте, это очень вкусно.